Цветочек, а есть еще какие-нибудь теневые растения? Конечно, есть. Например, тенегриб. А ну-ка, показывайте свой гриб. О, я ослеп! Привет всем! Продолжаем знакомство с тенегрибами растениями. И сегодня у нас на очереди тенегриб. Пока зомбари не видно, поэтому можно не торопиться. Да нет! Это неродимые! Сейчас будем их морить! Морить и травить! Кого это ты там собой? Что за пакость ты мне в лицо брызнул? Ну вот, начало положено. Теперь будем наращивать обороты. Нужно не трогать гадкие грибы. Ай! Меня, кажется, отравили. А вот этого читателя газет нужно остерегаться. Сейчас мы устроим на него комбо-атаку. Сначала отравим, затем заморозим, и он будет обезврежен. Что вы со мной делали? Никогда еще не чувствовал себя так гадко. Фу! Это было очень впечатляюще. Да, наши маленькие друзья, несмотря на размер, умеют задать зомбарям трепку. Эй, ботва, музыку заказывали? Сколько тебя помню, все одну и ту же пластинку крутишь. Ты что, прогуливал уроки в музыкальной школе? А я в нее вообще не ходил. Защитный экран включен. Боюсь, экран сегодня не самая надежная защита. Вон тот рубис может его порушить. Спасибо, Вишни. Теперь моей голографической стене ничего не угрожает. Прекратите нас травить. Это же негуманно. То есть мое электричество вас не смущает, а травить это негуманно, да? Электричество хотя бы вкуса не имеет. А гриб ваш противный, что мочи уже нет терпеть. Потерпите, немного осталось. Ага, вон уже на горизонте ваша финальная волна нарисовалась. Волна – это хорошо. Надеюсь, сегодня что-нибудь получится. Внешне с вами не согласна. Но проблемка все-таки есть. С двумя роботами будет сложно справиться. Слушай, я ведь могу ускорить созревание внешне с помощью подкормки. Отличная идея. Давайте устроим еще один бабах. Но все равно, на всех у вас вишни не хватит. В атаку! Вот я успею тебя заморозить! Теперь нужно устроить ему настоящую прожарку электричеством. Давай, тростник, брини не так много! Хватит меня бить долгом! Крепкий какой, зарода! Напряжение на полную мощность! Проклятие! Пёкся, птенчик! Бе-бе-бе-бе-бе! Ура! Очередная победа! Всем пока! Увидимся в следующей серии!